Вы только послушайте, друзья, какая красота. Птички поют. Солнышко играет. Бакаха впереди. Я иду по тротуару. Ой, просто прелесть. Мы нашли такую зеленую тропу. Пойдем по ней пройдем. Ой, лес настоящий. Красота, друзья, это прям неописуемо, когда есть такая возможность гулять, наслаждаться ранним утром. Время еще, по-моему, нет 8. Мальчишка наш. Его чем больше хвалишь, он тем лучше, тем больше старается быть умненьким, хорошеньким, послушным. И взаимодействовать с ним интересней. Какие-то, конечно, бесподобные в этом отношении компаньоны. С ними как с друзьями можно всегда договориться. Я уже заметила по Вакаю, вот нам 3-й год, 2,5. И чем больше я ему даю свободы, тем он правильнее ей распоряжается. Я могу вообще спокойно гулять, не кричать, не разговаривать с ним. Он просто оценивает, отслеживает на расстоянии. Он может петлять по лесу, но все время контролирует. Мне это нравится. Я просто могу увлечься отдыхом своим, могу что-то снимать, с вами общаться и не паниковать. Кто уже наблюдает за Вакаем длительное время, те уже знают, насколько он у нас самостоятельный. Он вольник у нас буквально с рождения. Мы его так воспитывали всей семьей. Но отпускаю бесконтрольно только я, потому что я уже знаю, как он. Все его повадки мы с ним вдвоем гуляем. Он куда-то умчал. Поэтому я продолжаю идти, он сам меня найдет. Но все равно где-то вблизи. Вот. Людей он игнорирует, поэтому я вообще не переживаю. Он может только увлечься охотой. И собак, если встретит, вот с кобелем на днях подрался, но он бегает. Вака! Мы уже здесь с ним были, поэтому он знает, где ходить. Там у нас еще параллельно идет дорога асфальтированная. Вот он там проверяет. Вот он. Где был? Ты где был? Ты где был? Ты где был, а? Ты где был? Где был? Ай, бегал, да, мама? Я бегал. И опять побегу. Ой, мы, наверное, сейчас сюда срулим. Посмотрите, какие есть классные места, местечки. Думаю, не заблудимся, потому что тут все, в принципе, понятно. Ай, такой. Ну, пойдем посидим там, пойдем. Тут люди катаются. Пойдем, не будем смущать спортсменов. Хотя он вообще абсолютно не обращает внимания. Никто никогда не возмущается. Поэтому люди здесь очень лояльны. Раздолье ему тут, конечно. Хорошо, вот вовремя я увидела собак, одела поводок. А то сейчас унесся бы. Вчера подрался с одним кобелем. Лучше уж не буду рисковать. Собачки хорошие, они тут живут, не нарываются. А этот явно хочет познакомиться с ним.
хорошее. Все, пойдем. Я даже рискнула, отпустила, там нет таких злобных псов. И он у меня спокойно на собак реагирует. Вот кому интересно, как Вакай. Все зависит, в общем, от собак. У Акит нет неожиданных таких реакций. По крайней мере, у Вакахи не было. Когда собака, конечно, агрессирует в его сторону, тогда и... А с девками вообще не связывается. Ну, у нас много роликов на канале. Можете посмотреть, так или иначе. Мы собак видим каждый день. А так как мы вольники, это просто редкий случай. Какая-то драка. Вот почти за 2,5 года их было вот пару штук. Ну, там виноваты собаки сами. Все, собак мой еле дождался, что можно уже к воде идти. Там база отдыха на той стороне. Типа санатория, что ли. Может быть. Все, иди, купайся. Не туда пошел-то. Вака, иди вот здесь купайся. Вот тут иди купайся, Вакай. Вот сюда иди. Иди купайся. Вон. Иди купайся. Да, вперед. Ой, молодец. Ой, там у нее детенышков столько. Там еще то ли иволга кричит, птичка. Вакаха все время берега держится. Он не уверенно на глубине, конечно, себя ведет. Птенчики такие уже стали. Хорошенькие вообще. Водичка такая чистая, прозрачная почти. А, и уточки, да, Вакаха? Мама отогнала собаку, молодец. Чомга еще приплыла, там вон утка с хохолком, краснокнижная. Они вообще не крякают, тихие такие и ныряют надолго. Хозяин пришел. Раннее утро, 8:30. А мы уже нагулялись. Сходили до Лебяжьего через весь лес. Короче, прикольно с утреца гулять. И не жарко. Слышно, нету? Прям воют, надо же. Вакаха так стоит, слушает эти вопли. Но спокойно на них реагирует. Вакай, стоять. Вакай, лежать. Лежать. Лежать, я сказала. Типа достаточно или еще? Шишки падают, так вот на голову прилетит, на макушку. Пошли. Опять собачонки тут эти.
издалека лают и виляют. А в оках они очень-то туда хочет к ним. Я говорю, у него нет интереса. Если только агрессия какая-то конкретная. Ну пойдем. Вака, пойдем. Пошли. Люди нарываются, бегают. Когда уже вот так преследуют, Вака, конечно, подойдет разобраться. Все, и побежал. Там три собаки. Вот там, видимо, там кобель. А, это вот, наверное, та свора. Вака, пойдем. Пошли. Хулиганистый пес. Где-то отстал, там по кустам шарился. Прискакал. По своим собачьим делам бегает. Хулиган такой, хулиган такой. Что он выискивает?